Эта остановка ЖК «Город Набережных» пользуется большой популярностью у жителей микрорайона. Но химчане жалуются, что автобусы ходят довольно редко. С инициативой об увеличении количества рейсов автобусов в ЖК «Город Набережных» не раз выступали активные жители и сотрудники трудовых коллективов на встречах с лидерами движения общественной поддержки «Химки интересно жить». На сайте голосования за социально значимые проекты несколько тысяч химчан поддержали эту инициативу. Первым этапом ее реализации стал анализ пассажиропотока, который провели лидеры движения Глеб Демченко и Сергей Новосельцев совместно с представителями администрации. Делом транспорта администрации городского округа Химки совместно с общественной палатой и лидерами движения общественной поддержки организовано выездное мероприятие по проверке пассажиропотока на маршрутах, проходящих вблизи ЖК «Город Набережных». Лидеры движения общественной поддержки «Химки интересно жить» проверили график движения автобусов. Оказалось, что общественный транспорт ходит по расписанию. Но тем не менее, на остановках часто бывает очередь. А жители жалуются на то, что автобусы ходят слишком редко. Мы пообщались с жителями. Жители попросили установить остановочный павильон. Здесь действительно его не хватает, это видно. Также жители обеспокоены тем, что в скором времени откроется новый микрорайон, так называемый «Рафинад». Пассажиропоток увеличится, и жители просят увеличить количество маршрутов, особенно в утреннее и вечернее время. Жители попросили увеличить количество автобусов на маршруте 342К. Сейчас интервал движения довольно большой, его просят сократить до 20 минут. Кроме контроля интервалов движения, активисты также проверили соблюдение масочного режима. Выяснилось, что далеко не все пассажиры надевают маску в общественном транспорте. Вы знаете, что нужно, чтобы все пассажиры у вас тоже были в масках, как требуется транспорт. Сейчас сотрудники дорожных служб вместе с лидерами движения анализируют пассажиропоток. И после нескольких встреч с жителями будет разработана новая схема движения общественного транспорта. Завершающий этап реализации инициативы запланирован на осень этого года. Как раз тогда и сдадут в эксплуатацию новый ЖК, который расположен по соседству.